это вы еще покалечите? Right, you're doing the first time in the final. The point of this event would be in the current 52 of that is considered. Дамы и господа, первый поединок финала с категорией 50 килограммов. Расскажите тогда об этой ситуации более подробно. Как было дело? Ну, мы смотрели на этот чемпионат по дзюдо. Приехал президент Владимир Владимирович Путин. Потом перерыв большой, 20 минут или 30 минут, я не смотрела. И мы хотели мы обойти, нас охранник не пустил. Встал так вперед и не пускает. Тогда я наперерез, но они догнал, два охранника и волонтер догнали. Ну и начали выворачивать эту коляску. Выворачивали, но я так и прямо за руку, они же не имеют права по закону. Даже вот закон о полиции, даже полицейский не имеет права ничего. Он должен убедить, а мы должны согласиться. Ну, он должен сказать, пройдемте со мной. Да. Но ни в коем случае хвататься за руки, тем более инвалида. А вас за руки хватали, Динара? Да, меня коляску шатали и за руки хватали. Что происходит? Путина, бумаги, Путина. Он там жестко, он ничего не видит. Путин-то, как вы думаете, в его поле зрения эта ситуация попала или нет? Динара говорит глазами. А я глазами встретилась с президентом. Ну и все. Это когда было? Когда вот вас хватали? Когда меня вот... Когда папа только вот поехал, и миг мы глазами встретились. Потом меня начали разворачивать. Я хотела крикнуть, чтобы он меня услышал, но не успела. Но это было на каком примерно расстоянии от той трибуны, где он находился? Ну, 30 метров, наверное. 30 метров? Но это не так далеко. Не так далеко. Да. Немного не доехали. Мы бы просто отдали документы. Сопротивляться, видите, не положено нам, тем более сотрудник милиции был. Пришлось развернуться обратно. А он даже вообще не сломлен духа, даже глазом не ведет, блин. Тут посмотрел бы. Где ее наставить? Некоторые средства массовой информации написали, что у вас рука вывихнута. Как это получилось? Они вас так хватали, что вывихнули руку? Ну да, как бы я держалась за колесо в этот момент. Как бы они меня считать начали. Ну, как бы вот. Сейчас рука болит, ну и почки. Я испугалась, у меня испуг был. Я не ожидала, что... как бы на меня набросится сотрудники там, начнут коляску мою выхватывать. Они боковушки все сломали. Вот. Вы им пытались объяснять, что вы хотите от президента? Да, я им пыталась объяснить, что я хочу просто отдать документы. Но наше мнение они проигнорировали. А вы что-нибудь говорили? Ну да, я поднял тоже над собой документы. Я говорю, Владимир Владимирович, возьмите документы. Ну, удержать коляску, там 3 или 4 было сотрудника, я просто не в силах. Сначала, когда было их двое, то я еще держал коляску, а четверо, так уж у меня сил-то. Коляску так разворачивали сильно. Потом обманным путем завлекли пункт милиции. Обманным путем это да, как? Якобы там нас представители из администрации ждут туда, и все закрыли, и это самое, уже оттуда не выпускали, 4 часа не выпускали. И более того, я дала объяснение, они не
не хотели отпускать меня. И пришлось мне идти в туалет со сотрудником милиции, чтобы... А ее же в туалет никак в этот нельзя. Она в этот туалет не может ходить. Они никак не поймут. С нее надо памперсы снять. Как ее? А чтобы памперсы снять, ее надо положить куда-то. Это все было в тракторе? Да, в тракторе. То есть там была отдельная комната какая-то для полицейских, да? Да. И да. Вот вас там заперли, держали 4 часа. Да, 4 часа. И дознаватель там был, и два майора было, и женщина-подполковник была, и капитан был. Все вот сидели. А потом как? Один даже обозвал меня чертом. Я говорю, да какой же я черт, я 28 лет воспитываю ее, какой же из меня черт? А потом говорит, что он не обзывал. Потом это самый его начальник извинился за него. В общей сложности вы там провели 4 часа. Да. 4 часа. По закону положено 3, а нас держали 4. С вами общались в это время? Что они от вас хотели? Дознаватель как ушла. Сначала начала общаться, потом ушла очень долго. Да. Потом опять пришла, потом другими начала заниматься. Да, я говорю, что ж вы делаете? Я же говорю, в туалет, у нее почки больные, спина, долго ее сидеть нельзя на коляске. Это разве сотрудники полиции, которые... Не представились еще, по закону о полиции, они обязаны, каждый был сотрудник представиться, они не представили. Да, и хватать тоже за коляску, пугать людей. В течение 4 часов вам там не предлагали ни воды, нет, ничего, не спрашивали, что вам нужно. Ничего не предлагали. Даже не позвонить. Хоть жена же беспокоилась. Потом почки отнялись, я не могла даже сесть потом на коляску долго. Почки же больные у нее, нельзя же вообще. А как вы думаете, все-таки Путин видел, что полиция вас тащит к выходу? Я думаю, он видел, да, потому что это заметно было. Глазами же встретил. Ну, это как бы не иголка в стоге сена, чтобы не заметить такой инцидент. Ну, а как вы думаете, почему он не остановил их? Я не знаю, может... Просто не захотела дальнейшей шумихи. Ну, мне кажется, как раз-таки дальнейшей шумихи можно было бы избежать, если бы он их остановил и принял от вас документы. Вот тогда бы точно, наверное, шумихи бы не было. Наверное. Я с вами соглашусь. У вас отношение к Путину изменилось после этой ситуации? Ну... Нет, у меня не изменилось. А, у тебя одинок. У меня изменилось. Я как бы... Я поменяла свою точку зрения Путина, я поменяла свое отношение, вообще отношение к нему поменяла. Какое оно теперь стало? Как бы отрицательную сторону. Стыдно, что вот как меня схватили, там, начали там коляску, как-то, мне было очень... Как-то неприятно вся эта ситуация. Еще люди кричали, вы нам помешали праздник смотреть. Из-за вас мы не посмотрели праздник. Это кто кричал так? Люди. Зрители на трибуну? Там одна это, женщина кричала. Ну, одна женщина. А остальные-то многие поддерживают. По-другому как отдать документы? По-другому никак. Там же тоже свои проблемы, столько накапливается проблем, а их никто и не решает. Теперь моя страничка, заходит, да, там говорят, что я просто пиарюсь, там, что я пошла против Путина. А я ничего не хотела ему такого сделать, чтобы пойти против Путина. Зачем? У меня было хорошее к нему отношение. А я все надеюсь, что все-таки он может услышать и пригласить Дина. Все равно вопросы же эти не снимаются с повестки дня в жизни. Динару поднимать надо. У ней в справке написано, без постоянной посторонней помощи она не может. Ее надо поднимать, кормить надо, таскать, возить везде. И да, вот я мне пришлось физически все за бросить. Собой ухаживать не могу. Да, я постоянно с ней везде вдвоем.
Но я дееспособна. Она дееспособна, все, учится. Сейчас вот возить надо везде. Мыть надо ее, моешь, таскаешь, в ванну ложишь. Вот ванну купил. Это специально. Да, люди помогли, вот ванну купили. Это самое. Мечеть мне, он как бы помогает тоже. Наш муфтий Ринат Хаджи Хазрят, как только узнал, что на вечерней школе учится, он с первых дней начал помогать. И люди у нас в Челябинске хорошие. Учебы много уходит. Очень да. много уходит. Вот даже вот этот планшет, вот, который тоже. Лежит рядом на столе, мне помог. Вот. Это Юнусбек Бамангиреевич, Епуров. Если бы не его деньги, я бы не купила. А планшет он необходим, сейчас на сессию ездить с ним. Ваш бюджет сейчас ежемесячный каков? У нас это самое 22 тысячи. За квартиру отдаем около 6 тысяч. 16 остается. Коммунальный. Ну вот коммунальный, 6 тысяч. Ремонт машины ежемесячно у нас уходит. Хоть так у нас в среднем месяц уходит до 2 тысяч. Это на машину. На машину уходит, он бензин у нас уходит. Тысячи три где-то уходит. У нас и остается там очень мало даже. Приходится одежду вот, не хватает, тут вот люди помогают. Подъедешь, ну, то на джипе подъедешь, помогают, люди не отказывают там. Но мы не злоупотребляем этим.